Всем привет! Вы на канале Ника Шоу, с вами снова я, Вероника Мазур. Ну а прежде чем мы начнем это видео, потрать одну секундочку и не забудь нажать на красную кнопочку подписаться, чтобы не пропускать новые актуальные промокодики и бесплатные робоксы. Для тех, кто не знает, на моем YouTube-канале Ника Шоу будет проводиться мега-раздача робоксов на 100 тысяч подписчиков, так что подписывайся на мой YouTube-канал, зови своих друзей, пусть тоже подпишутся, чтобы раздача робоксов настала как можно скорее. Ну и, конечно же, не забывай вступать в мою группу NSUT, чтобы в дальнейшем не ждать свои робоксы 16 дней. А еще, ребяточки, если вдруг YouTube закроют, знаете, что я всегда есть в Рутубе и Яндекс.Дзене, так что не потеряйте меня. Сегодня, ребяточки, для вас подготовила видео с рабочими кодиками в игру Teta Dance Dream. В общем, думаю, популярная игра, поэтому рассказывать не стоит. Погнали, просто заходите, я вам там покажу промокоды. Ну что, ребяточки, мы зашли в нашу игру. Вау, тут хэллоуинская карта. До сих пор Хэллоуин тут не прошел, хотя прошел. Ну, прошло уже 2 недели, но все равно, допустим, тут работает, смотрите, все, в принципе, ну, все нормально, все рабочее у нас, то есть, как мы привыкли видеть наш Teta Dance 3, только все изменилось немножко. Ну, это тоже, если вы не заходили до Хэллоуина, как я, например, то вы заметили изменения. А если вы, то есть, часто играете, думают, то вам не привыкать, так сказать. Ну, кстати, прикольная карта, тут даже мне нравится, что сделали гирлянды, на самом деле, на елочках такие, в цвета Хэллоуина. Еще, ребятки, что я хочу сказать, что менюшечки ввода кодов в этой игре нету. Надо подходить к магазину. Заходим в магазин. Нажимаем Е. Нажимаем Prop Shop. Естественно, у нас есть менюшечка Твиттера. Открываем ее и вводим первый код. Первый, ребяточки, кодик у нас идет очень-очень-очень свежий. Он вышел буквально совсем недавно. Вот прям с пылу жару, ребятки. Получаем данный промокодик. Вот так он выглядит. Get Stardy. Я не знаю, как переводится, честно. Но Get Stardy. Ну, как-то так. Думаю, объяснить не стоит, просто запоминайте этот промокодик, это все большими буковками. Погашаем его, и мы получаем 300 токенов. Посмотрите, у меня 5100 токенов. Неплохо, неплохо, я думаю. Ну, а теперь, ребяточки, готовьтесь к очень крутому промокоду. Смотрите, заходим обратно же, и заходим сюда в птичку, и нажимаем, точнее, вводим вот такой код. Halloween 2022. Ну, готовьтесь, готовьтесь. Хоть Хэллоуин прошел, но я так понимаю, ну, типа, хэллоуинское обновление еще не прошло. Поэтому, ребятки, давайте активируем этот промокодик, конечно же. И он нам выдает целых 1000 токенов. Это очень много, потому что, посмотрите, ребятки, тут 1100 токенов стоит в магазине. 450 робоксов, а мы получили совершенно бесплатно с промокода, поэтому скорее действуй, скорее вводи его, чтобы не пропустить. Точнее, ребятки, не чтобы пропустить, а чтобы не упустить наши 1000 токенов. Смотрите, это же очень круто. Внезапный привет! И это внезапный привет, в котором я передаю привет моим подписчикам. И в этом видео хочу передать привет таким подписчикам, как Настя Васильева, Димон Манусов Official UA, Чаек в деле, Кирилл Попов, Один Владик и Ирина Черняева. Ловите привет! Ну что, ребяточки, возвращаемся в нашу игру. Ну, в общем, вот такое видео у нас получилось. Скорее пользуйтесь этими кодиками. Покупайте там себе что-то в магазинчике. Но на этом, к сожалению, видео подошло к концу. А я надеюсь, вам оно понравилось. Ну, а вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайки, нажать на колокольчик. С вами была Вероника Мазур, и это Ника Шоу. До новых встреч!